Давай попробуем. Ты? Да. Анатолий, я летаю, занят. Чего? Ну мы сейчас тут на пруде летаем, на пруде. Да, да, в этом, да. Сейчас давай, тут неудобно. Глотнем, что ли? Жарко, что ли? Ну да, ну и что, эти дают как бы нагрузку. Вперед чуть-чуть толкаю его, и он поплывет сейчас вперед. Ну. И бок чуть-чуть остановил. Вот. Катайся, катайся. Гамбет, он наклоняет себя вперед. Вот. Это какое-то сильное течение, мне кажется, в прошлый раз такого не было. Ну да, что-то вот это сюда, сюда, сюда. Или это ветер просто мотает, или что-то вырубит. А, ну да, мы же отсюда туда идем. Там же что-то.
метров тогда затянуть, растянуть там, чтобы не все. Это вроде поменьше, да? Ну, может быть, там это самое. Ну, там один поплавок, видишь, с той стороны. С этой стороны он как-то поспокойнее.